Мы, граждане Калининградской области, призванные в рамках частичной мобилизации в октябре месяце 2022 года, мы принадлежали войскам территориальных войск территориальной обороны, находились в Калининградской области, выполняли задачи по охране и обороне особо важных объектов. 5 числа мы погрузились на борт и прибыли в Ростов выполнять поставленные нами задачи. После этого не один раз меняли место дислокации. В итоге оказались в Донецке. Наш батальон передали полностью распоряжение Донецкой Народной Республики и его переименовали из территориальных войск территориальной обороны в пехоту, то есть штурмовики, выполнять штурмовые задачи и разбивать на штурмовые группы. Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму. В нашем батальоне уже имеются потери. Командование наше находится далеко от нас. Связь практически отсутствует. Командование к нам не приезжает. Мы обращаемся к губернатору Калининградской области принять какие-то действия конструктивные, ввиду того, что нас в прямом смысле слова ведут на убой. Вчера должны были отправиться на штурм. Штурм был необоснованный, просто как на пушечное мясо. Штурм района, который уже не могут взять несколько месяцев. Мы все коллективно отказались. Просим вас оказать содействие и помощь разобраться в данном вопросе. Так как в следующие разы мы уже не сможем отстоять себя и просто будут приходить, как приходили, по 2-3-5 человек забирать на штурм. Военные билеты у нас не оформлены, даты не стоят, командировок не стоит, документов никаких нету, ни приказов, ни распоряжений, мы ничего не видели. Нам просто заявили, что мы теперь переданы полностью Донецкой Народной Республике. И вместе с оружием. То есть нас полностью передали им в подчинение. Выполнять поставленные ими задачи, то есть штурмовые. Мы не подготовлены, повторяюсь еще раз. Среди нас есть так как и молодые, так и уже возрастные 40+, в основном. Люди уже с болячками и со всеми вытекающими последствиями. В госпиталя не раз уже обращались. Ввиду этого мы просим все коллективно от имени всего батальона разобраться в данном вопросе, принять еще раз конструктивные решения, связаться с нашим командованием, объяснить причины, почему нас передали Донецкой Народной Республике без документов, без всего, без объяснения, почему изменили наш статус из территориальных войск, территориальной обороны в пехоту, то есть штурмовиками из нас сделали нас.